Всех приветствую, друзья! Сегодня мы играем в классную игрушку по названию Ланч Леди. И со мной сегодня чувак под ником Пипи Гейм. Поздоровайся, братик. Всем привет! Ну и в общем, сегодня мы с вами играем в Ланч Леди. Ты это ходишь как страус? Да, я лысый. Где ты этот скин взял? Я там только лысый был. Ну это, там снизу было поле. Короче, пошли вот сюда. Давай, погнали. Мы должны искать записки. Мы должны искать ну, ответы искать записки. На контрошу. Всё. На контрошу мы сейчас ищем ответы. Америка? Ну ладно. Я попью газировку, ладно, нельзя. Почему-то. В общем, смотри, всё, мы должны остерегаться страшную повариху. А сейчас мы с тобой ищем записки на ответы. Ой, наоборот, ответы на контрольную работу. Понятненько. Ой, я нашел первую записку. Молодец. Не знаю, какой дурак пошел ночью в школу. Надо было утром ходить. Ну да, это мы с тобой. О, я нашел. О. Все, можно уходить. Ой-ой-ой! Оль, нет, не прячься, не прячься. Давай, надо ее обмануть. Она рычит, она за мной бежит. Надо уворачиваться, она ножами кидается. О, помоги! Помоги! Сзади нас! Что мне делать? Как я тебе помогу? Убегаем! Нам надо спрятаться от нее. Блин, закрыто! Давай в кабинет! Тихо! Я спрятался! Ты че? Прячься! Я так перед моим носом дверь закрыла! Прячься, Егорыч! Прячься! Прячься, Бипи Гейм. О, тихо, она идет. Прячься. Валим. А, она нож кидает. Ты видел? Нет! Я умер. Я тебе помогу, ты еще жив. Вот это у меня лицо. Почему он разговаривал? Почему ты не поставил легкую? Это и так, это, самое несложное. Если бы экстрим поставил, было бы вообще обалденно. Это самая низкая сложность. Ну что, давай по новой. Так, ну а мы начали по новой. Мы начали по новой. Так. Опа, а вот и по новой. Нам надо собрать 10 записок. Ну что, Мак? Ой. Егорыч, ты запускаешься? Да погоди, у меня какая-то херня происходит. Бипи Гейм. Ты надоел меня называть этим, как его там? Забыл. А ты где? Я не могу тебя найти. А, видимо, мы это, на разных серверах сейчас по новой запустимся. Должен быть. Так, да, ты, наверное, сейчас запускаешь. А, почему ты уже начал игру? Я даже ничего не понял. Так, я на этот раз буду не лысым, я буду вот этим вот. Уже без этой, с головой. Угу. Ну что, начинаем? Начинаем. Поехали. Почему ты школу выбираешь? Да я не знаю, я просто какую-то рандомную школу выбрал. Ну и погнали на неё. Погнали на неё. В неё. В неё. На нее, в нее. О, привет. Да господи, что ты, я сейчас так испугался, ты передо мной пробежал вообще. Обалдел. О, первая записка. Ну как ты так быстро находишь? Я даже дверь не успеваю открыть, он уже смотри, нашел. А также нам надо это подбирать аптечки. Аптечки это чтобы поднять человека, либо же самому себя поднять. О, я нашел одну аптечку. У меня есть кафетерий. Я нашел, точнее, кафетерию. Но нам надо теперь я ключ, тебя да? потерял. Ну, естественно, какой-то ключ. Я еще одну записку нашел. Все, она теперь но ты очень обалдел. Злая. Она очень злая теперь. Реально? Да. С аптечкой, блин, бегает. Да. Красуется передо мной. Я ни одну записку не могу найти, блин. Ну их тут еще сложно. Провод за микрофоном не мешает. Ну тогда. Ну, где? Ой, она сзади! Я тебя подниму, если. Нет! Егор! Нет! Нет!
Бипигем, нет, умер. А ты где? Она за тобой побежала. О-о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 
Егор, ты как... Ой, ты ко мне пришел. Она слюнявая. Она за мной. Ух, я вроде бы от нее удрал. А, нет, ты не за удрал. Мной шел. А чё, чё она за мной ходит? Жирная повариха. Так ты сейчас за мной шел. Нет, я тебя потерял. Ты за мной шел. Ты потерял меня? Это как? Ты обалдел, куда ты пропал? А, я перед тобой дверь закрыл. Где ты? Где ты? Дурачок. Ой, куда привет. Ты пропал? Беги. Я тебе буду идти. Беги, беги. Алло, алло, ты где? Я тут, я тут. А, вот, 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 вот ты. Назад. Тихо. Беги. Что делать? Где нам, где нам прятаться? Дайте, почему я присесть не могу? Она за мной, она за мной. Страшилка за мной. Выглядит смешно. Я не говорю, что... Вот это вот, конечно. Выглядит пипец. Жирная повариха бегает за тузиком. Она тебя била? Обалдеть, теперь за мной она бегает. Я там остановился на секундочку, она... Давай, я ее буду отвлекать, а ты ищи ключи. Твоя задача, Baby Game, искать ключи. Моя задача. Ее троллить. Ой, ой, ой. Валю, но если валю, я умру... Тихо, прячься. Я ее отвлеку. Я ее на себя взял. Она пукнула. Вот это ты нифига не делаешь, просто бегаешь. Я закрыл дверь вроде бы. Надеюсь, это что я закрыл. Блин, она где ключ? Я не могу ничего найти. Чё ты за мной ходишь? Ты должен меня отвлекать. А чё она за мной бегает вообще? Я не понял. Я не знаю. Я просто не понял. Я этого прикола немножечко не понял. Почему она хоть за мной ходит? Смотри, я сейчас где-то должен тут ключик найти, по сути. Давай, она за тобой бегает, а я ищу ключик. Тихо, на меня только её не веди. Я ключ ищу. Да ты чё? Прям... Давай, я её упаду. Закрой дверь. Я упаду быстрее. О, о! Нет, 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 я думал, дверь открыта была. Где я тебе ключ найду, ё-моё? Вот тут-то вроде бы не было. Нет, я тут был. Я спрятался. Я спрятался. Ой, я тобой через окошко наблюдаю. Вообще интересно. Вообще интересно. Ой-ой-ой. Ой, аптечку нашел. Все, красавчик, мы теперь можем друг друга поднять, если что. Смотри, я тут комната нашел, какая-то закрытая была. Если что, это зайди потом. Ай-яй-яй. А ты где? Я откинс. Эй, чел. Я откинс. Я сейчас... Блин, как она будет. Снимайся, брат. Я сейчас попробую зайти в ту комнату, в которой нас мы не были еще. Эх, почему мы никак не можем пройти? Блин, я не знаю, куда, где мне лучше возродиться. Смотри, Baby Game, смотри. Я сейчас поднимаю на левую кнопку мыши подниматься. На левую кнопку. А я думал, ты как в PUBG. Угу, понял. Подожди, там она идет сзади. Тихо, ну поднимайся, тихо, не поднимайся, она сзади. Аккуратно. Ну что, я могу теперь подниматься? Да, поднимайся. Где я ключ найду этот, алло? Сейчас, я уже подожди. Все комнаты посмотрел, умой. Когда она рядом, лучше не возрождаться, потому что ты потеряешь одну аптечку. Она тебя убьет. А может, можно шкафчики открывать или типа того? Спасибо, то, что я... Она орёт. А Боба? Я опять умер. Чё ты её? Я парту споткнулся, и всё, капец, Габелла. Все, я все, ничего не могу сделать, да? Да, наверное. Аптечки у тебя нету, ты на себя потратил. Ну да. А ты на себя. В общем, и я ищу ключик. Я ищу ключик.
Молодец. А я лежу на полу. Да, такое это. Кто что делает? Так, она тут где-то орёл. Она демонов призывает. Вот это вот. Это рыло, например. Я на монтаже что-нибудь добавлю. Смешное. Там был смешной момент, как ты бежал, она за тобой бежала. У меня таких тысяча. Ой, тысяча. Вот все эти моменты, когда ты от нее убегал, вот у меня эти все были очень смешные. Потому что у тебя этот персонаж смешной. А у тебя разве нету вроде бы одинаковые? А, да? Я не заметил. Понятненько. Я тебя понял. Главное, чтобы у меня это. Главное, чтобы я точнее аптечку нашел. Да блин, тут вообще ничего нету. Я же а почему я не умираю, кстати? Я что, так бесконечно буду? А нет, не бесконечно. Все. Я в стенку пошел. 7 минут потратили, в итоге нифига не сделали. Ну, давай, создание нового лобби, сейчас это. Присоединяйся. И продолжим еще раз попробуем сбежать. Давай, это, я тебя приглашку кину. Я присоединился вроде бы. Я прикладку кинул. А, все, нормально. Все, принимай и продолжим. Господи, где ключ? Давай другую карту выбери, а не школу эту дурацкую. Она да? Маленькая, там никакого ключа нифига нету. Давай, какую школу? Это Круксвилле Джуниор Хай? Да и вообще школу убирай нафиг. Так это вся игра, это и есть. О-о-о-о-о! Вот стой. И чё, вперёд. Все, вот это вот, давай. Театр. Это в университете. А, это университет, дурак. Я. Так, чтоб ты не смеялся надо мной, я выберу какого-нибудь другого персонажа. Хотя, они все смешны. Ну тогда, короче, начинаем, да? Да. Погнали! Ё-моё. Вообще страшно. Ой. Ланч-леди. Нормально. Блин, 10. Что значит 10? Типа 10 рублей? Нет, 10 записок надо найти. Ну вот это вот уже выглядит получше. Да, кстати, реально, это побыльше. Ой, побыльше. Так. Ой, я тут застрял. Так. Где она, кстати, спавнится? А я не знаю, она по всей школе ходит, она повариха, она, наверное, на кухне где-то. А что повариха в университете забыла? Да, я не знаю, может... Они вроде бы не должны быть тут... О, локация в 2 раза больше. Тут она очень большая. Да, можно будет и побегать от поварихи, и побольше записок найти. И аптечек. Но это еще, кстати, минус то, что локация большая, и тут... Это плохо будет находиться. И, кстати... Записки, они спавнятся рандомно. То есть, вот если вот ты одну нашел в одном месте, а там в одном посмотрел, там ее не было, то она там может заспавниться. А не спавнится уже, по сути дела. А они могут на полу спавниться? Наверное. А почему я не могу присесть? Ну так на Ctrl приседать. А, все, понял. Я просто не заметил. Он слишком низко приседает. Ну да, это я тоже, кстати, просил. Я все это время думал, что у меня просто не работает приседание. Да ну, нет, шкаф... оно работает шки, можно? Только низко. О, где? Где? Нашел? А, у меня, видимо, батарейка разрядилась на фонаре. На фонарике, точнее. Так у меня нету он не батареек на фонарик. На F. А чё? На F. Я просто, видимо, нажал на F и подумал бы, что капец. Да. А где, кстати, повариха? Я что-то ой, я первую записку нашел. А, ну, видимо, с первой записки. Приди на первый этаж. А, вон. Ой, да, она пришла. Смотри, там аптечка вон внизу. Там внизу аптечка. Ну, сейчас я ее подниму. Погоди, сейчас. Да, вниз беги, вниз беги. Давай, вниз беги. Отвлекаю на тебя. Бу, повариха, где? Давай на меня. Там, смотри, вон там вот комната, вон там, вот, самая дальняя, да-да-да, прям, 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 прямо там комната. А, вот, да, иди туда.
Тихо, она за тобой! Закрыл. Она за тобой! Нет, нет, она за тобой! А почему? Зачем он на нее побежал? Зачем он побежал на нее? Дурак просто. Спасибо, то, что так не помог. Так я тебе так помог. Да, ты мне вообще помог, пипец. Как круто. Так она сама пришла сюда. Я прямо отлёг на себя, прямо вообще. Так она за мной бежала, но куда-то потом побежала сама. А я ее вижу, она за тобой вроде бы бегает. Так у тебя аптечка. Нет, она на... У тебя аптечка. Да я её уже заюзал. А почему ты не ходил в локацию в кое-какую? Какую? Которая, туалет, который называется. То с зеркалом, у меня нету зеркала. А где это? Вот где аптечка была, вон там вот. Там ключ? Дальше пройди, там вот будет. Сейчас, подожди, она за мной. Так, надеюсь, я что-нибудь тут найду, если тут... Так, не иди, пожалуйста, сюда, а то сейчас ее сюда привлечешь. Сейчас, я поищу, если тут ничего не будет. Значит, смысл сюда идти. Показалось, что она пошла. Ой-ой-ой, сюда. Она быстрая, не со мной. О, нет! Какашки. Ножами. О, а, нет, я думал... Ой-ой-ой, прости, она сюда идет. Нет, ее тут нету. О, можно под стол? Нет, нельзя. А тут вообще, что ли, прятаться нельзя? Нет, тут надо от нее убегать. А я видел, как она наверх. О, так можно вниз спуститься. А может, это у тебя ключ был вниз? Потому что я там нажимал. О, птичка, аптечка, я нашел аптечку. Аптечку нашел. Аптечка. И записку. Записку наш... За... Ну зачем ты сюда приперся? Так она сама за мной бегает. Я не надо. Она сама выбирает туда идти. Ой. Я это... Накрою. Нет, не буду. Я скоро обделаюсь. Да блин! Ничего нету. Ну, посмотри, где, там куда это? Разработчики записки засунули? Я не понимаю. Не знаю, в ноги, наверное. Чьи? Они... В мои, наверное. Смотри, они же спавнятся рандомно, я же тебе сказал, я уже раньше играл, и она... И они спавнятся, если угодно. Так. Я там вижу, конечно, издалека, как она там ударила по воздуху. Это она ножик кинула. Так. Мне кажется, я в ловушке. У меня уже молодцы. Ну что она сюда идет? Я убежал. А там ключ нашел? Я проскочил такой. А, нет, не проскочил, она сюда идет, прямо за мной такая. Так, мы так не договаривались, мы не поэтому, мы не по... Забыл, как это называется. Все, я уже... Ой, как это выглядит смешно. Такой ползет. Я ключи ищу, может, ты тут где пропустил. А где ключ? Я уже забыл, что надо ключи искать. От кафетерии. Я пойду... Ну как пойду? Поползу в прошлый этот блок и там поищу. А что ты не восстанавливаешь, если же аптечка была? А я это не хочу пока что. Ой-ой-ой. Пусти в прошлом. Она, наверное, заспавнила ее в прошлом. В прошлом, но где это? Мы с самого начала ходили. Ищи тут где-то. Где а подожди, тут какой-то проход. Блин, нифига нету. А откуда? Почему я так дёрганно передвигаюсь? У меня интернет, что ли, плохой? Я не знаю, у тебя, да, наверное. Ты у меня тоже подлагивал. Я дёрганно просто передвигаюсь. А, нет, все нормально стало.
Надеюсь, я не отвисну. Ой, тут, видимо, не было. Нет, это у меня память просто плохая. Ужасная. Ну, блин, это самое, как это... Где, куда она пропала? Да, кстати, я тоже не видел. Я ее ищу, тут ее нет. Может, она за карту улетела? Да, кстати, это тогда хорошо, мы сейчас поищем. Видите, это нам на руку будет. Да-да-да. Ого, тут проходы вообще, тут это, внеземная цивилизация. Да, видимо, она куда-то ушла, упала. На карту, за карту, точнее. Возможно, возможно. Ну, это круто будет. Да. Нифига нету, я тебе так скажу. Так, тут нету. Я уже на втором этаже, все. Я не скажу, она за картой не было. Я тебе так скажу. Я тогда это, я восстановился. Ну, что такая? Идет дерзкая. На меня. Ты что такая дерзкая? Я буду ползком ходить, чтобы она меня это... Да-да-да-да, и когда ты будешь ползти, ищи вот эти вот всякие там записки и так далее. И ключики там. Ну я стою на втором этаже. Только ты, пожалуйста, не умри. А у тебя аптечки нет? Есть. Тогда восстанавливайся. Ой-ой-ой. Ну я просто если восстановлюсь, она меня опять поймает и все, габелла. Ладно, я восстановлюсь. А, вон я тебя видел. Она к тебе, нет, не восстанавливайся, я ее к тебе привел. Ну зачем? Зачем? А может они... Так, на втором этаже нифига. Снизу нифига. Посередине нифига. Вопрос, где ключ? Я не знаю, я уже тут все бегал, я уже по 1000 раз. Смотри, давай, я ее отпускаю, ты бегай куда-то. Смотри, на кого я она отвлекается, тогда и бегает. Если ты сейчас забежишь ко мне, а я тут возрождаю. Опа. Знаешь, как нам надо делать? Смотри, я ее отвлекаю, а ты ищи везде, давай. Давай, ищу. Ё-моё. Ищем. Да, ищем ключ. Или что-то типа этого. Что-то типа этакого. Может, оно где-то тут? А шкафчики можно открывать или нельзя? Нет. Так это тоже вопрос, который раз задаешь. Не знаю, почему я так делаю. Думаю, она тут другая. Ну нет нигде, нету, просто нету. Ничего. Ну ты что-то упал. Она сейчас за мной будет охотиться, да? Да. Давай. Я ее тогда отвлекаю, ты ищи всякие там... Страшилки, всякие тени. Да, еще скажи себе, найду. Она в тяжке. Молодец. Давай, кто будет отвлекать? Да нет, она же без первой записки не будет появляться, поэтому мы первую записку не подбираем. Я забыл. А может в мусорке что-то? Нету. Ой. Мне кажется, или она рычит. Так, я нашел первую главное записку, но я подбирать не буду. Главное записку случайно не поднять. Да, вот это самый страшный сон был. Я слышу, кто-то рычит. Это ты рычишь? Да. Так, эу, кто мой фонарик обрубил? Ой, эу. Да нифига нету. Мне кажется, тут никаких причин нету. Просто надо записки поднимать. Да есть ключи. Я когда в синглплеере играл один, я видел. Ну, пожалуйста, записки. Я нашел. Красавчик. Но записки все равно пока что не подбираем. Нам-то пока что... Нет, я что-то нашел. Ты меня своей этой аптечкой испугал. О, ХОЛУЭЦ. Иди ко мне. Где ты? Иди ко мне. Иди ко мне. Вот я. Где? Иди. Да я что думаю, что я не вижу твой светлый свет фонарик. Смотри, вот hallway C.
Она тут! Почему она? Мне а то... чё она забыла? Значит, она не с первой записки появляется. Значит, ей просто по барабану. Да, тогда давай записки подбирать. Записки, видимо, ее просто злят. О! Я, кажется, нашел место, где она мне не достанет. А не достанет. Она там... Я тебе скажу, что она куда-то завернула за угол. Она тут! Да я обалдел, она же... Ты зачем дверь закрыл перед мной? Чего? Ты не видел, как я застыл? Взял, закрыл дверь. Не открыл. Вот эти... Чё мне? Мне это? Мне возрождаться? Да. Но если её там вот нету, то тогда возрождаться. Она же вроде бы открыла дверь отца. Ну это она открыла, а ты не открыл. Ты закрыл. Это ты закрыл передо мной дверь. Для чего я умер? Я видел, когда там... Нафига, нафига ты? Давай её... Давай, я ее отвлекаю, а ты открывай хопсы. А если она сейчас на меня развернется? Не переключится. Я ее отвлекаю. Да, открывай. Иди открывай. А? Иди открывай хопсы. Иду. Давай, отвлекай. Только не беги, пожалуйста, на меня. Я бегу на тебя, отвлекаю ее. Ой, наоборот, открывай. Я открыл. Я отвлекаюсь. Ой, не отвлекаюсь, а отвлекаю ее. Давай, я все, я к тебе бегу в хопсы. Погоди, можно... Нет, стайр большая лопата. Нам тихо. Стайр кассет. Пожалуйста, не беги на меня. Я тут в маленькой локации, где я не смогу ее обмануть. Я тоже очень. Смотри, если найдешь это... Ой. Спасибо, блин. Я подождал всю эту записку. Так я говорим, чтоб ты на меня не бежал, ко мне не бежал. Еще одна. Нам нужен ключ от Б найти. И от А. От буквы Б. Капец тут кабинетов. Ну да, это плохо. О, я ключ нашел от Б. Все, красавчик, смотри. Иди вот это, где тут очень много дверей открытых, там я. Там есть это. Я пошел вообще в Б. А где Б? Не знаю. А, вот тут надпись была. А подожди, она рычит. Б? Иди в холл Вейбе. Так, у меня аптечка. Ой, нет. Лучше не иди в Б, потому что... Ой, это выход в началку. Ой. Так, смотри, у меня там это плохо все. Там была аптечка, кстати, вот откуда я пришел. Ой, она кидает ножи. Аккуратно. Аккуратно. Уходим. Ты где? О-о-о-о, Энсен Лай. Только попробуй дверь закрыть передо мной. Давай, беги быстрее. Нет! Уходи! Спасибо. Так это она кинула в тебя нож, а не я. Ладно, всё, я ухожу. Ну окей, я пока ползком буду ходить. Да-да-да-да-да, ползи ко мне, я тебя подниму тут. Ой, такой говорит, ползи ко мне, я тебя подниму, а сам убегает на самый конец карты. Потому что она там. Чтобы я к тебе под... Полз через 100 лет. Беги ко мне. А, она тут. Я поэтому и сказал то, что ты лучше ползи ко мне. Потому что она заметит. Хорошо, я ползу к тебе. Да, ползи ко мне. Я сейчас... Я бегу в холлвей Б. Ой, она кинула. Я тогда побежал тоже в холлвей Б. Да, беги в холлвей Б, я тебя там подниму. Точнее, ползу. Да-да-да, ползи в холлвей С. Б. Уже С, то есть? Да, сначала в С, а потом в Б. Ой, да ты надоел. Капец, она тут рычит.
Ладно, я тебе, я братков не бросаю. О, я нашел записку. Я братков не бросаю, я братков. Она. Она Б. Тут записка. Я братков не бросаю, я братков поднимаю. Ай! Мне снайпнули. Ой, ё-моё. Я поднимусь. Я братков не бросаю, я братков поднимаю. И в итоге сам. Я тут найду аптечку, я обещаю, я тут найду аптечку и тебя подниму. Это я не бросаю братков, я их поднимаю. Хорошо. Ну, я записку нашел. И не скажу, где она. Ну, может, ты её найдёшь? Да я знаю, где. Я сейчас просто тут найду аптечку и тебя подниму, пойду. Я братков не бросаю, я братков поднимаю. О, я нашел летающий автомат. Это как? Ну, он летает. Автомат? Да. Но это только ползком можно увидеть. Летающий автомат АК-47? Не АК-47, а этот. М4А1. Ой, аптечку нашел. Молодец! Я бегу тебя поднимать. Ты даже не знаешь, где я. Наверное. Ой, не знаю. А где ты? В Б. Это где буковка это? Б. Тут, кстати, есть записочка. Ну что-то я тебя не вижу, я тут около записки стою. А где этот холл? Где я тут стою, немножко сам пробежал. Ой, как это выглядело смешно. Где ты? Я только пробегаю около Б. Где куда ты? Я бежишь? Тоже потерял. Я тебя поднимаю, куда ты бежишь. Я братков не бросаю. А, вон она идет. Давай, я тебя поднимаю. Смотри, кстати, за ней. Смотри за ней, когда она приблизится. Все, браток, погнали. Ты где? Ты умер? Да. Все, она стала супер. Ой, она тут. Где? Где? Она у меня. Поэтому это, не волнуйся. Ты далеко от нее. Она тут это. Ну, ты знаешь, потому что нет. Потому что ты сейчас опять, наверное, перед носом моим двери закроешь. Да, я это обязательно. А где ты? А я лучше не буду говорить, чтоб ты не закрыл. Ищи А. 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 Б. Мы в букву играем? И. И. Так, я нашел аптечку. Сколько там ты уже аптечек нашел? Три? Да. Я нашел только одну. Я так понимаю, ты все аптечки себе подбираешь? Так я тебя и не понимаю. Два ключа нашел и все. Так, смотри, мне надо от холлвей Б, а это, ключик открыть мне. Так я же его уже открыл. Так там еще есть несколько этих входов. Я не могу поэтому пройти, я только в одной комнате сижу. Так я уже одну открыл. А ты где? А ты где? Я где Б. Так я тоже где Б. А чуть поточнее. Ой, я в С. Ну, сейчас мне это не надо, потому что она вроде бы за мной бежит. А, нет, не бежит. Послышалось. Она в Б вроде бы должна. Ага, в Б. Да, она в Б, она в Б. Она за мной бежит. Так, надеюсь, она не за мной бежит. Где? Ты где? Ты где? Ты где? Я в холлвей А. Холлвей А? Я там только что был. Пробегал, точнее. Ой! Она за мной бегает. Вот это ты в А, конечно. Зачем я сюда? Ну, кратко. Давай, беги. Подавись. Ну-ка, Полина, где ты? Я тебя потерял. Где ты, Чиполина? Я тебя ловлю. Давай, я посмотрю, как ты понимаешь. Куда ты его попал? А где она? Да она ушла туда. Не двигайся, я тебя поднимаю. Где она?
Говори мне, где она, я тебя поднимаю. Она ушла. Меня поднимает он. Я тебя поднимаю. Где она? Нету нигде. Все, я тебя поднял. Спасибо. Я пошел аптечку искать, у меня больше нету аптечек. Потому что ты уже все аптечки взял себе. Нам еще 5 ответов на это, на задание контрольной работы надо. Где она? Да я не знаю, я тут бегаю, ищу аптечку. Да, себе. Бегаешь, круто бегаешь. Я тоже еще бегаю. Ползу. Чепаха. Ку-ку. Так, где тут аптечки? А почему аптечек нету? Ну, потому что ты их всех себе подобрал. Так. А чё она так это... Так! Что я сделал? А что я сделал? А что ты сделал? А что я сделал? Так. Ой, блин, я тут типа в текстурках могу смотреть, что там есть. Ну а я тебе зато поднять не могу. О, ключик. Обалдеть, ключик. А вот ты бегаешь, блин. Он прям я перед тобой был. Ключ. Я себе ключ. Ой, какой ключ? Аптечку ищу. Да, ищу аптечку. Эй, пошел это. Ты кейс себе подобрал и все. Я стер кейс ищу, чтобы тебя спасти. Она идет, кстати. Куда? Ну я не знаю, где она идет. Просто увидел, но не понял где. Так, я на втором этаже. Или на третьем. А может что, и второй этаж все это время был? Да, я сейчас это открыл комнату, стайркасин называется. А, тут надо еще эти ключи новые. Ну, сейчас меня уже задолбало ползком ползти. Я тебе могу сказать одно. Я нашел ключ от стайркаси. Ой, нашел второй этаж. Да-да-да-да-да, там я дверь открыл. Ой, а тут подвал есть? Я пошел в подвал. Да, тут есть подвал, да. В подвал тоже можешь погулять. Я в подвал. Зато я теперь может знаю, где. Может, это будет аптечка для меня? А, я же не могу двери открывать. Хочешь, открою? Все, я бегу тебе дверь открывать. Сейчас, иду. Тут это иди. Проходы. Было бы прикольно, если бы я не был бы не ползком. Ой, я в столовке сейчас был. Вот, привет. Я открыл. Привет. Спасибо. Смотри, тут столовая. Этой повари. А, мы-то если это время были в подвале? Нет, мы были на первом этаже все это время. О, аптечка для меня. Где? Я сейчас тебя подниму. Это ж тебе надо, чтобы я тебя поднял. Все, давай я там, пока я пошел сам себя подниму, потом когда-нибудь. Все, спасибо за это. Угу, пожалуйста, только это, не умирай так слишком часто, а то у нас аптечек больше нет. Там красное что-то горит. Это какашки. А, то есть вот это вот место, где она работает. Да, она тут это по ночам продает. Что это такое? Давай покушаем. Оно пахнет плохо. Где ты нашел? Где ты уже успел найти записку? Так она там лежала, где вот это вот какашки вот эти. Я с тобой бегал. Я тебе могу даже так сказать. Ты там первый пришел туда. Ой, она сзади. Где? Я не знаю. Смотри, это ты это ищи.
Ага, я ее вижу. Я пошел на второй этаж. Ну, второй этаж, я так понимаю, уже... Я за ней бегу. Я хочу ее... Я так понимаю, второй этаж уже кое-кто уже обсмотрел. Да. Не, ну я не весь осмотрел. А! Да господи, как она меня нашла? Да блин! Тебе повезло. А ты где? Я в туалете. Как она меня увидела? Ой, господи! Я увидел! Он такой подарок твой себе. Питал. Ты такой... Ой, она у меня ножики... Ай! Всё? Добыла? Не, подожди, у меня есть аптечка, я же сказал. Я ворвал аптечку. Мне кажется, ты все аптечки точно тебе вел. Да. Всё, я сейчас поднимаюсь, на тебя иду спасать. Ой-ё-ё. Мне кажется, я найду аптечку себе. Да, ищи себе аптечку, а я пока что буду это искать записки. Буду себе ключи. Я же надеюсь, я сюда не зря полз так долго. Зря. Да, зря. Ой, она теперь это... мне назад орёт. Ползти. Теперь мне назад ползти полдня. Привет. Пока теперь. Ой, теперь мне назад полдня ползти. Сюда полдня ползти. Теперь еще полдня назад. Я тебе так ой, скажу, я нашел. Ой, да ты задолбал. Да блин, она меня убивает. Да ты задолбал. Сейчас опять будешь аптечку мне искать. Кстати, у меня была аптечка, я сейчас восстанавливаюсь. Я тебе потом найду аптечку, и я братков не бросаю. Для меня. Аптечка была для меня, но в итоге ты переменил ее для себя. Да. Да ё-моё, задолбал так умирать часто. Так это нечестно. Это не по закону. А чего она первая это пришла? Она первая запираться начала. Все, у нас 7 записок. Уже 7 записок. Что я пропустил? Ты я одну пропустил. Записку нашел, 2 ключа и одну аптечку. А я все остальное. Ой, все это было. 2 аптечки. А ты нашел ключ, 100 аптечек. Все. Ну и в общем, как говорится, всем пока-пока.